Рос я вообще обычным ребенком, без всяких привилегий, и у меня ничего не получалось вот так вот, по щелчку пальца. Но приходилось работать и что-то делать для этого. Я помню, как в свои 9 лет я заработал первые деньги и купил себе PSP. И я тогда понял, насколько важна, ну, профессия для человека. И я начал учить, стараться что-то делать в этой всей профессии в свои там 10 лет. И потом у меня просто был какой-то определенный простой. Меня не брали ни на съемки, ни на кастинги, я не проходил. И потом я пошел работать на мойку. Я когда мыл машины, я просто осознал, как важна профессия для меня. Что нужно все равно биться головой об стенку, но добиться своего. Я бился, бился, и я добился. Ребята, я ходил в театральную студию, я учил стихи, я читал. И потом оно дало свои плоды. Я прошел на кастинг, который я очень хотел. Это был кастинг сериала «Школа». И потом этот кастинг дал мне большой трамплин моей профессии. Я хочу достучаться именно до тебя. У тебя есть какая-то определенная цель, мечта, твои желания. И я хочу, чтобы они осуществились. Но хочу, чтобы ты приложил к этому какое-то усилие, старание, труд и любовь. Это самое главное. Если у тебя будет не получаться, ты, главное, не сдавайся. Делай до конца, пока не будет прямо, ну все, уже не будет другого варианта. Есть очень классная цитата: «Не важно то, упал ли ты, а важно то, встал ли ты после этого».